снежинок не будет, потому что год тигра, и я хочу показать вам очень простой животный принт тигровый. Берем под цвет вот такой рыженький-персиковый оттенок, рисуем кривую коричневую полоску и по сухому просто растягиваем кисточкой для градиента. Сушим и то же самое делаем с кошкой, получаем вот такой красивый блик. И все, что нам останется, это нарисовать зебру. Ну, она очень похожа на тигриный принт, но на самом деле я банально загуглила в интернете, как же выглядят шкуры тигра. И если зебра просто ровненько рисуется на весь ноготь, то тигр у нас рисуется немножко елочкой. И, собственно говоря, новогодний дизайн готов. Сегодня покажу свое любимое новогоднее амбре. За основу взяла мелкое и крупное серебро. Еще мне понадобится синий витраж и вот такая кисть-гребешок. Наносим витраж у кутикулы и распределяем его по всему ногтю. Просушили в лампе и добавляем только у кутикулы, чтобы был более интенсивный цвет. Конечно, покрываем топом и вуаля, дизайн готов. Быстро и очень эффектно. За все свои 10 лет работы я ни разу не делала этот новогодний дизайн. И это бокал шампанского. Похоже, пора его все-таки нарисовать, и за основу я взяла черную базу с подталью от Nan Professional. По матовому топу белой гель-краской я рисую контуры. И сейчас я вам покажу, почему же использую именно матовый топ. А все потому, что шампанское я буду рисовать блестящим гелем, и именно на матовой поверхности он будет наиболее заметен. Чтобы бокал смотрелся объемнее, добавлю немножечко бликов белой гель-краской и затем растушую их. Немного белого цвета можно добавить и на шампанское, чтобы получился эффект пены. И сейчас мне осталось прикрыть дизайн глянцевым топом. Осталось показать вам, что у меня получилось, и я нарисовала еще один бокал, но только с серебряным цветом.